есть доказательства, и это не просто некая месть, я не знаю, по каким вопросам, то и Россия тоже высылает дипломатов. Именно так, как предлагает комитет. Мы уже перешли к обсуждению этой злополучной 27-й статьи, как говорится. Один из мотивов есть, что Норвегия ужесточает требования к России в связи с тем, что Россия заняла активную позицию по Латвии. А Норвегия, как мы знаем, она активно поддерживает Латвию. Но комитет разберется и информацию даст депутатам. Просто пока информация только первичная. Все скандинавские страны, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, все поддерживают Прибалтику. И поскольку мы начали свои отношения по-другому строить, в качестве солидарности норвежцы решили начать высылку дипломатов. Ну, это обычный прием. Political reaction, and I think it's a remedy of the Cold War. What was the acceptable during the Cold War, I think that it's not acceptable now. And, I think it's really a political decision which can only rotate the good political relationship between Russia and Norway.